Я вас по-человечески прекрасно понимаю. Дэн, готов? Но у вас нет на Дениса никаких прав. Иди, пожалуйста, не оборачивайся, не отставайте. Угу. Очень прошу. Вы от него отказались. Это теперь наш дом. Проходи. Это твоя комната. Да ладно. Это моя комната! Теперь я буду решать твои проблемы. А как ты будешь их решать? Ну что ты как? Живой, здоровый? Бля, офигенно все прошло. Вообще все четко сделал. Теперь у нас все будет как надо. Суд удаляется для вынесения постановления. Ваша честь, это инсценировка! Что вы делаете? Перестаньте! Я имею право дать показания! За что? Ты вообще понял, куда ты попал? Это мой дом. Ты здесь, гостем. Если приказано прыгнуть, значит нужно прыгнуть и сделать повреждение, это ясно? Не приходи сюда больше никогда.